понял, понял, понял. Да, это орда, ребят. О-о-о. Я не завалю, надо валить эту машину. Беги, беги! Беги! Оп, тебе. Откуда она еще взялась? А, вон они. Они же это идут домой. Все понятно, в пещеру. А я что-то сначала не понял. Что за фигня такая? Так, мы вообще сюда ехали, блядь. Охренеть их там вообще просто. Здорово, ребята! Как дела? Так, мы здесь были, да? Ну, в принципе. Не, валим, валим, нахуй, нахуй. Тоже так. Вылетаем без причины. Да, ладно, не будем их трогать, хрен бы с ними. Вообще. Так, здесь вот по-любому должен бензик. Надо поискать его только. Что-то тут должно. Так, и разничек нам нужно, да. Хрена их там, бля. А, вот есть. Бензин. Ага. Так, отлично. Валим отсюда. Да что ты. Я так понимаю, эта зона сильно, слишком сильно по это. Блин, заражение получилось, да? Пострадал вообще от зомбаков и вообще прочего. Угу, ну вот здесь нашли. Так, 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 так. Воу-воу-воу-воу. Тихо, 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 ребята. Еще что ли? Еще не всех завалил? А, нифига себе. Так, а там придется это. Опа, он... Ну, тут не, не надо трогать мой бак, ну что, дружок.
А я думаю, я всех звоню. Гнезда, я думал, все уничтожил, оказывается, нет. Ну ладно, давай, давай. О, теперь все. Давай, давай, давай! Ага, хрен тебе. Долго горит там. Так, все, абсолютно, да, все уничтожил. Так, теперь давайте сюда, где мы не добили. Так, лучше отсюда сваливать, я тоже помню. Тут орда здоровая, в общем, самая, наверное, большая практика. Ну, почти большая. Это навигатор тут чудной тоже, блин, заводит. Хрен знает, куда вообще ехать. Так, нам туда. Еще трофеи. Угу. И гнезда. Гнезда. Так, у нас один новый, да? Блин, а у нас не хватит. Чё ж мы так как-то... Да что, откуда ты берешься, а? Колебали, бля, керосина не хватает. Хреновенько. Опять пугаться, что ли? Да что такое? Ну не все, блин. Так, а что-то у нас тут рядом должно быть. Керосинчик достать. Ну, вроде тут ничего такого. Ладно, давайте, ребята, мы их оставим. В принципе, просто у нас уже молотов нету, да, искать сейчас бегать тоже это такое себе модное дело. Давайте лагерь засадный уничтожим по пути. Так, это уберем. Угу. Стоп, 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 стоп. Вот, кстати говоря, хорошая вещь, кстати. Так, хорошо. Давай, садись, Дикон, блин, не тупи, а. Так, останется два гнезда.
Но мы же не будем, конечно, возвращаться, потому что по пути тоже что-то должно быть. Может, найдем что. Стоп. Нет, нормально. Влезай. Подожди, там, да. Ладно. Ну, наконец-то. Так, что ты тут проехал? А, все, ясно, напалм. Лом везде пойдет. А я думал, здесь кто-то ходит. Ну, думаю, все равно что-нибудь полезное надо найти. Все, больше ничего тут нету. Хреново. А вон там, по-моему, керосинчик. Хорошо-то прямо. Так, давайте сейчас создадим сразу. Все, что. А, пивная бутылка, да. Блин. Что-то одно не хватает, что-то другого не хватает, как всегда. Да. Угу. Тоже пойдет, в принципе. Пригодится. А как же, конечно, пригодится. Так, что у нас тут? Да, мы вот все заправим. Так. Иди отсюда, блин, ходи. Нихуя ты, бля. Крутой перец. Да вы охренели, что ли? Вы заколебали на что. И ты тоже, ты тоже. Оо. Поехали, поехали, поехали. Ну нахрен их. Так, я вижу, вижу, да, там. Молодец. Так, давайте подкрутим детальки. Это поправимо.
Угу. Сойдет. Сойдет, сойдет. Угу. Отлично. Сборище убийц. Нужно перебить всех до последнего. Что это? Ты козел. Блин, а я не заметил. Блин, как всегда, кто-то попался, но ничего не получается просто. Ух ты. А, вот ты, я не пойму, блин. Где ты там? Гад. Ну, я готов. Что, нравится, да? Не колись. Кое-кто может и выстрелить в ответ. Ты за река я не попаду, конечно. Давай, заряжай. Фига себе. А тут идут снайперы. Окей. А, вот ты где-то. Так, а снайпер где-то? Он идет за тобой. Лови подарочек, сосранец. Да, подпали. Угу. Серьезно, у них пушечки-то. Ну, пока соберем, пока вот туда подойдете. Там откуда палят. Так, вот вроде всех. Пора поджариться. Попался. Гори! Да, подпалим его. Сам себя попалил. И это все, что вы можете? Ну да, ожидаемо. В следующий раз два. Прежде чем на кого-то напасть. Таких ребят наверняка должно быть подземное убежище. Ну да. Так, я что, не могу понять, что он... Посмотреть не могу? Так, где-то бункер там, в той стороне. Вот и бутылочки. Да, вот он. Угу. Блин, а его не видно из-за снега.
Это что? Карта? Пометки? А, хорошо. Тут какие-то бумаги, заметки. Это инструкция. Так, ну тут мы зачистили, да? Угу. Так. Ну, тогда... О, здесь тоже, кстати, объект... Объект исследования Нера. Отлично, вообще, супер. Ну, естественно, сюда. Угу. Так, сколько у нас? Пока 7 навыков. Здоровье у нас хорошо, запас сил. Блин, кстати, неплохо, неплохо. Ребят, давайте -то на этом моменте мы закончим сегодняшний стрим. Спасибо за лайки, за просмотр. Поддерживайте канал, подписывайтесь. Увидимся на следующем стриме. Пока-пока.